Недовольны начальством. Аналитики портала Работа.ру провели опрос среди россиян, но выясняли, какие отношения между людьми в их коллективах. И вот результаты. 28% опрошенных испытывают дискомфорт при общении с вышестоящими по должности. Еще 11% полностью недовольны своим боссом. Половина из этой категории признали, что испытывали агрессию от начальника. Также граждан спрашивали об атмосфере в коллективе. Оказалось, что 9% россиян недовольны отношениями между сотрудниками, 44% чувствуют негатив и агрессию. Еще 20% респондентов не устраивает общение с коллегами. Россияне рассказали, что их раздражает в сотрудниках. Чаще всего это вранье, лицемерие и сплетни. Мы тоже решили узнать у саратовцев, любят ли они своих коллег. У нас очень хороший, дружный коллектив. Взаимопонимание, уважение друг к другу, помощь, взаимопомощь. Ну, конкретно у моего руководства нет, но вообще оно, наверное, везде есть. Вот эти вот злые языки за спиной, коварство какое-то, да. А так, ну, можно, наверное, сказать, что какие-то отрицательные черты, это, наверное, дотошность чересчур. Вопросы какие-либо, в которых нужно разобраться, не требуют слишком углубленного понимания. Они вот почему-то лезут туда, куда не надо, в общем. Мне больше всего нравится то, что я знаю, что за моей спиной мне никогда, ну, не обманут, как бы, таких разговоров у нас нет. Ну, в каждом коллективе, наверное, есть такие, ну, как-то... Общение с ним как-то сокращаем. Стараемся поменьше с ними встречаться и общаться. С теми, кто раздражает? Да. Ну, раздражал, естественно, это культура. Общение не та была, которая бы надо было. Я работаю в ТСЖ, у нас отличная команда. Так что никто козни не строит. Я к этому привыкла уже. К чему? Такие, какие они есть, а просто их принимаю такие, какие они есть. Ничего больше.